Всем привет, дорогие друзья. Внимание лично вам, доктор Фримен. Мы продолжаем проходить Half-Life 2. Ну, конечно, конечно. Мы, в общем-то, на пути серии за парнем мишку ходили. Ну, собственно, мы продолжаем. Продолжаем. Впереди находится старое здание, то ли банка, то ли музея. Так или иначе, теперь это Nexus надзора Сити 17. На крыше находится огромное устройство подавления. Радиус его действия охватывает все окрестности. Помогите мне вернуть Игорь. Я. Ой, пришли. Nexus надзора. Похоже, они мобилизуются. Началось. Отсюда видно ворота. Я покажу, как это попасть в то здание, чтобы открыть ворота. Устройство подавления будет подавлять всех проходящих, пока его не отключишь. Идем! Простите, Фримен. Принесу. Устройство подавления будет подавлять всех проходящих, пока его не отключишь. Идем! Можно не прятаться. Можно не прятаться. Понятно. Нас заметили. Ты как заметил, я живу. Окей, ладно, на пути. Вон те ворота. Их надо открыть и вернуться сюда. Если получится их открыть. Сперва надо попасть в здание Нексуса. Отсюда ты даже не поцарапаешь эту дрянь, Гордон. Нужно отключить ее изнутри. Ну туда. Человек науки, который мог бы направить сомневающихся и боящихся к истине, предпочел для себя путь невежества и разрушения. Не заблуждайте, вы начали не научную революцию, а путь к неизбежной гибели. Вы взяли человечество в пучину падения. Даже если вы забудете сейчас, я не могу гарантировать, что покровители пощадят. Это подойдет. Империя, которая оказала вам человечество. Отдумайте это. Служите человечеству. Thank you.
хотел уделить внимание лично вам, доктор Фримен. Да, я говорю с вами. Человек науки, который мог бы направить сомневающихся и боящихся к истине, предпочел для себя путь невежества и разрушения. Не заблуждайтесь, доктор Фримен. Вы начали не научную революцию, а путь к неизбежной гибели. Вы ввергли человечество в пучину падения. Даже если вы сдадитесь сейчас, я не могу гарантировать, что покровители пощадят вас. Теперь, боюсь, они начали смотреть с подозрением даже на меня. Вот плата за службу представителю всего человечества. Помогите мне вернуть их доверие, доктор Фримен. Сдавайтесь, пока не поздно. Не обманывайте доверие, которое оказало вам человечество. Одумайтесь, доктор Фримен. Служите человечеству. Подойди, эй. Выпустите нас! Заключенные, выпусти их, Гордон. Они могут нам помочь. Подождите меня! Сотрясающе! Так, окей. Куда? Мы туда попадем. Мы начали не научную революцию, а путь к неизбежной гибели. Вы ввергли человечество в пучину падения. Даже если вы сдадитесь сейчас, я не могу гарантировать, что покровители пощадят вас. А, вот туда, я боюсь, напился. Они начали смотреть с подозрением. Вот благодаря службу представителю всего человечества. Какой-то я слепой. Помогите мне вернуть их доверие, доктор Фримен. Давайте. Не обманывайте доверие, которое оказало вам человечество. Служите человечеству. Эй, здоровье! Я понял. С ними разбирайся, а я от панели безопасности. Отлично, я открою. Открывай.
десант! Они появятся с крыши. Защитные поля нужно вырубать генераторы по одному. Стреляй, стреляй. Да куда мост улетает опять? Что ты здесь? Это подойдет. Какая это кнопка? Отлично, док. Нужно отключить генератор. Можно начать и с этого. На, вот, подлечись. Хорошо, осталось два генератора. Черт, на крыше засел надзор. А нам как раз туда и надо. Куда ты? Рука! Прикрой, перезаряжу. Это идет. Натрапи на них прыгунов. Гордон, расставь ловушки! Остался последний. Бэт, наверное. По-моему, обратно, нет? Сюда? А, да, да.
Сколько охраны? О, сколько охраны! Там явно есть что-то интересненькое. Давай, Док, я жду здесь, пока ты его не отключишь. Будь. Дальше куда? 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 Вот так, одни трупы. Гордон, следуй за мной. А вот и наши ворота. Сейчас открою. Готово. Эй, я стану здесь и попридержу эти ворота, сколько потребуется. Иди наверх и наведи мост. Нужно, чтобы поддержка могла подойти со всех направлений. Если появятся новые люди, я отправлюсь к тебе. Увидимся позже, Гордон. Здравствуйте. А где ты что? Что мне сказать? И там кто-то на открытии, нет? Ну,
погибли. Где-то. Доктор Фриман, вы отключили подавляющее поле и открыли ворота. Мы сможем задействовать людей. Вот теперь комбайнам не поздоровится. На той стороне площади стоит ящик с ракетами. Сумеете туда добраться, добудете все необходимое, чтобы сбить страйдеры. Выдвигаемся! Как кажется, вот тут сейчас не будем обратно идем. Я не понял. Вот эти топы. Что ей надо? Где-то. Хэппи, ты? Thank you.
вызов, блин. Нормально. Thank you.
Черт знает, что творится. Рядом с цитаделью на улицах полно страйдеров. Мы сможем от них отбиться, если найдем местечко повыше. Мы уже почти под стеной цитадели, Док. Я не знаю, как, черт возьми, мы преодолеем ее. Но до сюда ты дошел. Я уверен, ты что-нибудь придумаешь. Нужно добраться до лошади! Кровь, я думаю. Ну что, живой. Живой. Не убить-то, Нету. А, видел. Thank you.
Я хотя бы. О, во мне полетел. Прекрати! Обнаружена кровопотеря. Быстрее к лошади! Да. Куда мне идти? Я не вижу. Далеко почему? Игра издевается надо мной. Он идет в это. Он дает мне пройти. Игра, ты издеваешься? Какая пусть здесь что? Тупая игра, вообще я такого природы не видел.
Так, господи, куда? Именно куда? Куда? Где она, Иван? Куда тут пройти? Вот так, допустим. И всё. Да, винегром. Какому путь здесь действует такой-то? Какой тебе путь? Как я должен тебя выпасть? Какой у меня ты плотный, какой такой-то? Нет, не пройти. Понятно, я играю в этом доме. Это же Фримен, давайте-ка за ним! Вернись на пёс! Вернись на пёс! А, здесь надо было там пройти, ну ладно. Гордон! Эй, помоги
Дайте мне! Пес пронесся через площадь, снося стены. Я думаю, он ищет Алекс. Похоже, он вбил свою голову, что она в цитадели. Алекс поди не хотел, чтобы он еще куда-то встрял. Но его же хрен остановишь. Пес, не туда! Там не пройдешь! Ничего себе! Я думаю, он хочет, чтобы ты прошел, Гордон. Поторопись. Ладно. Если увидишь доктора Брина, передай ему! Окей. Надо покровителя. Ну, кстати, фигу мы продали. О, да, не продали. Мы здесь идем, когда... Давайте подписывайтесь на это. Потом... Так, ну, подписывайтесь на канал, там... Ну, типа, блядь, ребята, да. Так, и все, ребятки, всем пока.